Уважаемые коллеги, приветствуем инициативу наших российских друзей посвятить сегодняшнюю встречу преимущественно культурно-гуманитарной и научно-образовательной проблематике, которая в свете глобальных процессов приобретает исключительную важность. На фоне вариативности новых вызовов и угроз наука, знания, а также культурно-гуманитарные аспекты играют ключевую роль и обеспечивают здоровое развитие социума. Цифровая трансформация становится неотъемлемой частью нашей жизни. Использование цифровых технологий открывает новые возможности в дистрибуции знаний и сохранении культурного наследия, играя важную роль в обеспечении широкого доступа к ценностям. Интеграция научного потенциала, углубление и расширение существующих в этой сфере традиционных связей на институциональной базе содружества могут сыграть исключительную роль в обеспечении опережающего технологического развития. Также отмечу важность культурного обмена и привлечения всеобщего внимания к богатству культурного наследия наших стран. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в 2024 году почетный статус спортивной столицы Содружества будет за армянским городом Гюмри, который откроет свои двери для всех желающих из стран Содружества посетить предстоящие спортивные мероприятия и ознакомиться с культурным наследием города мастеров. Подчеркну, что в начале декабря текущего года на 18-м заседании Межправительственного комитета Конвенции ЮНЕСКО о защите нематериального культурного наследия было принято решение включить традиции кузнечного ремесла Гюмри в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу лично поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать нашим странам мира и благополучия. Благодарю за внимание.